и Словении. Многих-многих сильных нет, но для этого это дает возможность себя показать другим спортсменам. Ну, этот сделанный прыжок, конечно, получше, естественно, хоть тоже большая сбавка, заземление его очень сильно сложило, и он как бы клюнул. И сам по себе прыжок еще по оценке дешевле. Видите, это приземление безобразное вообще. Оно не меньше 0,3 или там, да.